Доброго всем, роботы, господа, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием «Неопределенный». В общем, это продолжение сюжета. Как вы знаете, я сделал небольшую паузу, потому что у нас были кое-какие проблемы с патчем. Вышел патч, он все повредил. Короче говоря, мне пришлось с нуля начать играть и дойти до этого места. Игра, кстати, недавно обновилась в 3 гигабайта. Я не знаю, что там обновили, если честно. Ну, ладно, мы сейчас с вами попробуем выбраться с этого проклятого места. В общем, где-то я тут местами... Я, короче, нахожусь в каком-то бункере. Все это дело рассмотрел. Промышленный 3D принтер позволяет создавать детали любой сложности из суперпрочного полимера. С его помощью можно будет делать различные предметы и запчасти. Он определенно нам пригодится. Отлично. Теперь моя задача, знаете, выбраться с этого места. Я даже не знаю, где. Как я могу выбраться отсюда? Я надеюсь, мы на этом месте остановимся. Ну, примерно, да? Короче говоря, если вы не видели прошлую серию, мы, короче, нашли какое-то убежище. И, по всей видимости, это убежище теперь будет нашим после того, как мы выберемся отсюда и сообщим про это место нашему роботу, да, нашему другу роботу. Теперь надо обойти вот эти вот турельки, они могут нас расстрелять. Так, ладненько. Подождите. Они где начинают стрелять? Здесь, да? Понял. Короче, вот здесь вот. Отходим. Фух. Тихо, спокойно. Сейчас мы попытаемся обойти. Так, левая нас может расстрелять. Уходим. Не-не-не, назад, неправильно. Нам надо выждать момент. Арти, ты вроде бы быстро бегаешь. Давай, братан, давай, нет. Нет. Ой, как хорошо. Ой, как прекрасно просто. Как нам повезло, а? Вы посмотрите, просто невероятно. Так, ладно. Какие у нас задачи, кстати? Тихо. Спокойно. Какие у нас задачи? Нам надо посмотреть задачи свои, да? Как посмотреть задачи-то? Куда-то добраться, наверное, найти какой-то пульт, походу, да, чтобы отключить эти гребаные турели. Нам, походу, сюда надо идти. Вот сюда, вот видите? Давай, братуха, давай, Арти! Артюха наш! Ты просто красавчик. Ну-ка, подрубай эту шнягу. Доступ запрещен. Понятно. А если карточку? Доступ разрешен. Неужели? А что это за штуковина такая? Друзья, посмотрите первую серию, описание я оставлю в плейлист этого прохождения. Про что эта игра? Это просто невероятная игра, друзья мои. Так, доступ разрешен. Какой-то древний охранный робот. Видимо, он не функционирует. Может, мне удастся использовать его как укрытие. Слушай, а как его использовать-то, а? Интересно. И заюзать мы его не можем никак. Так, ладно. Теперь продолжаем свое движение. Эта хрень нас может расстрелять. Так, а что тут у нас происходит? Никуда мы не попадем. Так, она стрелять будет здесь у нас, нет? Не, не будет стрелять, нормально. Не, ребят, походу мы здесь застряли. Я даже не знаю, что и делать. А, вот здесь вот есть коридорчик. Хорошо. Короче, наша задача сейчас найти какой-то пульт. И этот гребаный пульт должен отключить эти турельки, да, чтобы обезопасить себя, ну и вообще. Так, это что такое? Консоль управления генераторами. Подключимся. Посмотрим. Работа генератора уже восстановлена. Теперь нужно обследовать другие помещения. А, я понял. Я здесь был. Понятно. Хорошо. Генератор мы с вами смотрели. Так, а здесь что у нас такое есть? По-любому где-то что-то мы найдем. Опа, дискет какой-то. Модуль для апгрейда имплантов. Он подходит только для людей. Понятно. Мне неизвестно, куда ведет эта дверь. В смысле неизвестно? Я же только что здесь был.
Ну-ка, давай-ка, воткни. Может быть, отключатся эти гребаные, а? Турельки-то. Доступ разрешен. Да, понятно. Дело то, что доступ разрешен. А нам надо найти какую-то комнатушку. Мне кажется, центр security, да, нам надо найти. Так, здесь у нас тоже вроде бы турельки где-то были. Эта пища для меня бесполезна, но, возможно, я найду ей применение в будущем. Возможно. Так, смотрим. Да. Ага, здесь еще одна турелька есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Назад-назад, беги назад. Тихо-тихо. Она меня чуть не расстреляла. Понятно, нам, короче, сюда идти не нужно. Нам надо как-то, знаете... Давайте зайдем сюда, посмотрим, что тут у нас есть. А вот здесь, вот как раз в этом месте я где-то застрял, помню. Security онлайн. Отключить ее. Турели больше нам не угрожают. Во! Ребята, я вспомнил, вот на этом месте я и застрял. Тогда, не знаю, из-за этого патча просто эти турели не выключались, а сейчас они выключились. Прекрасно. Турели мы с вами отключили. Запустить систему вентиляции. Понятно. Теперь наша задача запустить систему вентиляции. Ну-ка, давайте еще раз зайдем вот в эту комнатушку. Посмотрим, что-то... Подожди, стоп. Откуда я вышел-то? Артюха, покажи мне, пожалуйста, откуда ты вышел. Так, тут у нас ничего нет такого. Походу, нам надо назад идти. Систему вентиляции нам надо запустить. Планшет. Все, что ли? Ну-ка, забери его. Вчера в лабораторном отсеке снова произошел инцидент с токсином. Снова. Это уже третий случай за месяц. Ваш персонал игнорирует технику безопасности. Проведите инструктаж, найдите виновных. Сделайте что-нибудь, иначе нам придется урезать вам финансирование. Вы знаете, во сколько обходится госпитализация персонала? Через неделю предоставьте подробный отчет о проделанной работе. Благодарю. Так, ну что ж, друзья, кто еще не в курсе и не вкурил, про что эта игра, короче говоря, типа человечество все пропало. И теперь на планете Земля господствуют только роботы. И, по всей видимости, люди остались живых. И вот наш RT, он давно не загружал в свой чип обновления, и он остался роботом нормальным. А есть роботы-полицаи, полицейские так называемые, которые, они сразу ликвидируют всех роботов, кто начинает узнавать, либо там копать под это дело, типа интересоваться, где же люди там туда-сюда. А те роботы, которые включили обновление, то есть они сами себя обновляют, да, там, они этот, им все равно. То есть там это обновление нормально так. Ну как вот в наше время СМИ промывают наши мозги. Вот, в общем, эти роботы и те такие же получились. Ладно, хорошо, давайте вернемся обратно. Вроде бы мы все турельки отключили. Это радует. Теперь нам надо запустить систему вентиляции. Я не знаю, где эта система гребаной вентиляции находится. Сейчас давайте вернемся тогда обратно. Посмотрим, что тут у нас есть. Мы вышли отсюда. Стоп, давайте тогда направо сходим. Налево от RT. Артюха! Он тот же RT, R, буква, и T. Так, ну, здесь у нас генератор работает. Да, здесь у нас ничего нет такого. RT, ты что такой худой? Работа генератора уже восстановлена. Я понял, все теперь хорошо. Теперь нужно исследовать другие помещения. Мне надо помещение найти, где система вентиляции. Пульт управления системой вентиляции, да? Вот там как раз эти вентиляцию и... запустить. После этого, возможно, жалкие людишки смогут, в принципе, сюда заселиться. Ладно, ищем, смотрим. Тупим, ищем и смотрим. Турельки у нас отключены, можно, в принципе, больше не бояться и их не обходить. Так. Эта шняга... Ладно, эта шняга нам не нужна. Здесь у нас ничего нет такого интересного. Идем дальше. У нас лежак какой-то. Этот принтер мы с вами смотрели. Походу, здесь где-то система вентиляции должна запускаться, наверное. Мы это дело вроде бы обследовали все, да? Здесь остались различные пробирки и колбы, но все холодильники пустые. Что здесь исследовали?
Понятия не имею, что здесь исследовали. Но, возможно, что-то интересное. Так, ладно. Где же эта гребаная система вентиляции? Надо немного потрудиться и поискать. Да, люди, конечно, тут хорошо так засели. Так, здесь у нас экран. А здесь у нас есть что-нибудь такое? Вот если я сюда побегу. Нет, ребята, здесь делать нечего. Поэтому я пока поставлю паузу. И после того, как найду эту систему вентиляции, возобновлю запись. Не переключайтесь. Вроде бы я, ребята, что-то нашел. А, новую дверь какую-то. У нас проходит, что тут, типа этот? Типа лифт или что-то такое. Вот здесь по всей видимости, вот она вентиляция, вот она, наконец-то, твою душу мотала, а? Так, там у нас рационы, вот она система вентиляции. Я не знаю, как теперь ее запустить-то. Система вентиляции. Нужно запустить ее, чтобы воздух в лаборатории был пригоден для людей. Так, запускаем шарманку. Походу, сейчас что-то придется отремонтировать. О, да ладно, я думал... Система рециркуляции воздуха запущена. Ожидаемое время очистки 1 час 12 минут. Я должен поскорее отправиться на место встречи. Невероятно, я думал, сыр бесплатно не бывает, оказывается, иногда бывает. Я думал, опять что-то надо будет ремонтировать, там винтики всякие, походу, там пружинки, да. И нет, оказывается, все нормально. Наконец-то мы прошли этот трудный этап. Для меня было трудно, потому что я его перезаписывал два раза, так как игра лагала, ребята. У меня вот игра просто-напросто дальше не шла, и все, из-за этих турелек. Арти, не возвращайтесь в госпиталь. Повторяю, не возвращайтесь в госпиталь. Мы срочно эвакуируемся. Сюда приближается несколько полицейских аэрокаров. Нам удалось угнать шаттл, и Флетчер сейчас летит на нем в городское депо, чтобы забрать людей. Отправьтесь туда и предупредите их о случившемся. Видимо, полиция каким-то образом узнала о наших планах. Я свяжусь с вами позже. Стукач, походу, появился. Сообщение отправлено полчаса назад. Полиция могла устроить в депо ловушку. Надо перегрузить двигатели, чтобы как можно быстрее туда попасть. Так, понятно. Двигатели какие? Двигатели моей машины, что ли, или как? Или что? Аэромобиля, да? Так, везунчик, у нас открыто новое достижение. Я не знаю, вам показывается достижение? Нет, по идее, должно показаться. Ну что, сейчас опять, наверное, будем кататься, да? На аэрокаре или нет? Да, друзья, довольно интересная игра. Его как фильм смотришь, если честно, вот играешь, и как будто фильм какой-то. Потому что вот сюжет, он как-то резко континентальный, если я правильно выразился. Короче, резко все меняется. Блин, заросшие города, нет человека, и все просто тупо встало. Самое главное, нет жалких людишек. Одни роботы остались, их наследие. Опа! Человек! Твою налево! Полицай в человека стреляет. И это, по всей видимости, девушка. Блин, как же громко музыка-то, а? Что это за дела-то? Я вроде музыку потише делал. Арти, давай спасай красотку. Тихо, нет, тихо. Пожалуйста, не трогайте меня! Не надо! Нет! Нет! Че, все, что ли? Первый эпизод закончился? Срочно второй эпизод! Блин, наконец-то мы встретили человека, и это первый эпизод. Невероятно. Красавцы, молодцы, ребята, хорошую игру сделали. Но я жду, не дождусь второго эпизода, давайте быстрее. А что за 3 гигабайта? Может быть, это и есть второй эпизод? Я что-то не посмотрел. Давайте титры пропустим, наверное, да?
Не, никак не пропустить их. Ну что ж, друзья, ладно, давайте пока что на этом остановимся. И я надеюсь, в скором будущем у нас будет возможность снять второй эпизод, если он появится скоро. Надеюсь, мы его не будем ждать, как ждем Half-Life 3. Ну, так или иначе, игра довольно интересная. Она, кстати, доступна в Steam. Я вам рекомендую ее приобрести и лично пройти ее, ребята. Она обалденная просто. Ну, для тех, кто не знает, что это за игра, посмотрите первые серии, ссылка в описании. Будет ссылка на весь плейлист этой невероятной игры. Желаю вам удачи. До скорых встреч.